Киностудия «Барандов» представляет фильм. О чем-то ином. Автор сценария Вера Хитилова. Главную роль исполняет Вера Узалацова, Йозеф Ландмиллер, Ежи Кодет, Милевой Узелач, Ярослава Матлухова, Любовь Угоун, Владимир Бусак, Эва Бусакова, Дада Цейтникова, Ежи Цейтник, Ульджик Червинка, композитор Ежи Шильтер. Сказала, не доешь, не пойдешь спать. Быстро едьте спать. Быстро. Никакого телевизора, пора спать. Мам, я еще не досмотрел. Смотреть нечего. Никаких телевизоров. Идешь спать. Ну, веди себя хорошо. На-ка, возьми. Что надо сказать? Ну, спасибо. Давай, скажи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Сейчас мы ляжем и будем читать сказку. Какую-нибудь красивую, да? Слушай. Жила-была одна принцесса, она была очень-очень болит. Так совсем немножко, а вот сейчас очень-очень больно. Ну, это опять твоя щиколотка. Надо быть поосторожнее с ней. Но это случается каждый раз в прыжке с оборотом. Я и говорю, надо об этом помнить. На ночь сделаем еще в компресс. А на ночь сделаем еще приезднец. Завтра, я думаю, все разойдется после тренировки. Нельзя выворачиваться, все будет нормально. Рогнутый. Не смеешь высазывать. Да, я тоже думаю, все пройдет. Только поосторожнее. У меня ничего нет, никаких карт. Как ты можешь съесть все черви? Покажи, что у тебя там. Покажи-ка. Вот пики. Да что ты делаешь? Это же ты делаешь специально. Нет, так нельзя. Я больше с тобой в карты вообще играть никогда не буду. Все, 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 пошли домой. Это каждый раз. Ладно, пошли. Каждый раз одно и то же. А где моя сумка? Ну, где-то здесь. Ладно, хватит, перестань.
Где моя сумка? Да не знаю я, где ты ее видела. Нет, там ее нет. Как же там холодно. У нас остались еще бутерброды? Я последний доела. Жаль. Я бы еще кое-что съел. Ну, может быть, я тебе что-нибудь приготовлю? Что? Ну, яичницу, например. Там ничего нет. Я здесь. Выключи, пожалуйста. Нет, мне совсем нечего одеть. Ты говоришь об этом каждый день. Что-то я хотела. Что ты собираешься делать? Завтра придет пани Навратилова, принесет белье, так что я ставлю на 7, а у меня поставлю на 6. Я же говорил, что завтра рано встаю. А пани Навратилова не может. И вообще не знаю, зачем мне твоя пани Навратилова, если у меня нет ни одной чистой сорочки. И вообще ты обещала экономить. Ну и что? Что? Не будь этой пани Навратиловой, мы бы уже купили новую машину. Тогда в целях экономии погаси-ка свет.
Очень хорошо. У вас там с кафелем? Ну, я же сказал, что поеду только посмотреть. Не буду же я торчать там все время. Поду, если горячо. Всегда надо подуть. Внизу горячо, а сверху холодно. Я сделала без лука, как ты просил. Не болтай ногами. Сиди спокойно. И они были счастливы, и вся семья была счастлива, потому что они действительно все-все были счастливы.